интернет-магазин Тукан, Арсений и новый видеообзор. В настоящий момент у нас в руках новые палатки бюджетного варианта Кедр 3. Палатки новые, производитель новый. Сейчас посмотрим, чем они отличаются от других производителей и чем лучше, чем хуже. На первый взгляд палатки достаточно, чехол палатки шит достаточно хорошо. Материал более плотный, чем у предыдущего бюджетного варианта. Вот. На молнии. И палатка легко вынимается. Сейчас мы посмотрим, как эта палатка собирается. Палатка Кедр 3. Как видим, палатка зонтичного типа шестилучевая. По периметру палатки идет ветрозащитная юбка, на которую установлены петли для вертушей. Также петли по шестигранным для оттяжек. С обратной стороны есть вытяжка, которую можно открывать как с наружной стороны, так и с внутренней. Молния на палатке у нас двухзамковая, как мы видим, и двухсторонняя, которую можно открывать снаружи и изнутри. Молния пластиковая с металлической собачкой. Одним движением палатка у нас открыта. Звезда также у нас металлическая, каркас выполнен из дюропласта из нейроалюминиевого сплава. B95T, один карбашек для всяких мелочей. Каркас тента у нас прикреплен на липучке, что намного удобнее, чем на завязочках. Вот. Все швы у палатки дополнительно прошиты усиленно, вот, что позволит не расползаться со временем швам. Как утверждает производитель, влагонепроницаемость этой палатки по швам намного выше, чем у аналогов бюджетных вариантов. Вот. Как и говорили, вытяжку можно открывать с одной и с другой стороны. В принципе, в этой палатке больше ничего нет нового. Все то же самое, но за те же деньги, как и бюджетный вариант палатки, вы получаете намного больше. Еще одним дополнением, то что если на улице у нас стало достаточно тепло, вы можете спокойно откинуть верхний и закрепить его на липучку. Теперь посмотрим, как эта палатка собирается. С вами был Арсений, интернет-магазин Тукэмп и палатка Кедр 3 от компании НПО Кедр.